В округе заработали 6 резиденций Деда Мороза. В ближайший месяц волшебник будет ждать гостей в культурно-досуговых центрах города и поселков. Центральной обителью новогодних чудес стала Люберецкая картинная галерея. Ну, я хочу сережки висячие, которые... Ну, Алина, уже есть? Я пуанты хочу. Теперь о своих мечтах можно лично рассказать Деду Морозу. Он временно сменил прописку и поселился по соседству с юными люберчанами. Для тех, кто любит не говорить, а делать, в резиденции тоже найдутся занятия. Остается определиться, что в руке лежит лучше – картон для поделок или фотоаппарат. У нас проходят мастер-классы, интерактивные программы, мастерская «Снегурочки». И, конечно же, можно всегда сфотографироваться со мной. В резиденции Деда Мороза есть на что посмотреть. Новоселье волшебника отметили представлением. Сказочные герои согрели первых гостей мастерской танцами и хороводами. Навещать люберчан и баловать их сценками книжные персонажи обещают все новогодние праздники. С подробным расписанием всех сказок можно ознакомиться, конечно же, на сайте администрации городского округа Люберцы. Там подробное расписание всех сказок и новогодних представлений. Резиденция Деда Мороза в картинной галерее будет работать каждый день, кроме понедельника. Здесь ждут гостей с 10 до 19 часов. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.